Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в парк Сокольники на фестиваль мороженого. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте погуляем. Итак, друзья, мы сейчас войдем в парк Сокольники. Тут какая-то дружина стоит. Что-то там объясняют им, рассказывают. Очень много людей. Праздник. Ералаш вон в флаге. Много различных флагов. Как прикольно. А, круто. Все такие веселые, радостные, такая атмосфера шикарная. А тут какая-то фирма, значит, рекламирует свое мороженое. Так, я пройду тоже по центру. Покажу вам атмосферу. Там шарики надувные. Баскет Робинс. Это там на Баскет Робинс. А здесь Золотой Стандарт. Подожди, а это платно или бесплатно это все? Наверное, это платно, да? Что? Ой, это 3D. Очки нужно было покупать в кинотеатре. Надо было покупать? Да, 60 рублей. Почему покупать? Ну, не знаю. Знаете, телефон. Потому что здесь толпа, потеряешь, здесь 5-5. Так прикольно вообще. Коровка из... Что там написано? Кореновки. Понятно. Вау, какие красивые. Длинноногие. Привет, привет. Как круто, так весело. Телевидение ходит там, вон. Так. Вон сколько народу много. Москва 24. Люблю этот телеканал. Мороженое попробовали? Какой хотите? Что у нас здесь самые разные разновидности есть? Москва 24. Не буду, я стесняюсь. Пошли дальше. Куда пошли? К фонтану. А когда мы будем покупать мороженое? Жалко, они у меня не интервью. Я бы сейчас сказал. Напоминать, что, конечно же, аплодисменты должны завершать каждое наше выступление.
А я вам скажу, пока вы здесь наслаждаетесь прекрасной погодой, пока вы кушаете прекрасное мороженое, наши девочки здесь работают и даже еще его не попробовали. Но у них, конечно же, все впереди. Обещаем вам, что мы каждую из них наградим мороженым. И сегодня у них будет прекрасный день такой же, как у вас. Друзья, могу вам сказать следующее. Сегодня нас ждет очень много интересных фактов о мороженом, поэтому, если вы хотите подготовиться, Google вам в помощь. Есть, а также их мамы, может быть, бабушки. А, мы решили не ждать выступления. Давайте заявим, что он здесь. Пошли дальше. Давайте, тут организовали, значит, такие вот палатки, в которых продают вкусное мороженое. Баскет Робинс. Ой, а там кто? Животные какие-то, смотри. Вау. Стоит сад, видишь? А подошла к Это так не зоопарк. Пожалуйста, можно что-то У нас еще не было ни одной призны с репкой. Мы обязательно там подберемся. Отлично. И нам одно мороженое еще, я думаю, сейчас. Прикольно. Да. Так, пойдем дальше. Как мы обещали. Отлично. Так. Кто-то что-то выиграл. Вам, девчонки, сейчас придется нас же тоже кому-нибудь мороженое. Два цветочки даже посадили. Кто громче крикнет вас, Ливер Робин, чтобы был по-честному. Там же рисунки у всех одинаковые, шикарные. А кто вот в волосе? Охренеть. Он точно уже в сказке еще не красивая. Пойдем дальше. Кстати, дети рисуют что-то в этой палатке. Еще одно бесплатное мороженое, потому что все картинки одинаково бесплатно. Такая шикарная погода вообще. Солнечная жара, плюс 28, наверное. Это точно. О, шикарно. Я, кстати, первый раз на таком фестивале. А он ежегодно проходит в Москве, оказывается. Вау, лимонад продают вам, Таркуну любимый. Вау, это все мороженое с различными вкусами. Так, пойдем дальше. Здесь обычное мороженое продается. Тут Баскин Робинс. Вот. Вкусняшка. Здесь коровка из кореновки. Как правильно вы говорите, не знаю. Вот тоже люди покупают мороженое. Инмарко вон. Просто мороженое. Всех представь. Короче, мороженое всех компаний. Не буду ничего вырезать. Как вот сниму, так и сниму.
Не хочется такую красоту вырезать. Так, знаменитая вот эта вот арка. Вау. Там продают даже мои любимые хот-доги из фудтраков. Сейчас, а там, наверное, ничего дальше нету. Наверное, ничего. Аквагрим, пожалуйста, вон. Нарисует вам все, что угодно на лице. Пам-парам-пам-пам. Да. Наверное, все. Дальше там уже ничего нет. Теперь посмотрите, хатика отдыхает в денечке. Какая красивая. Мороженое для роста болезней. Ой, какая хорошая. Да. Красотуля. Вот здесь вот продают, наверное, хот-доги, я так понимаю. Нет, тоже мороженое. А я думаю, хот-доги. Ну ладно. Везде цветочки посажены, таких вот красивых корзиночках. Вот здесь вот тоже. Красиво в Сокольнике, да? Я люблю вот то мороженое, вон. Вон где белые шарики, вот туда сейчас пойдем. В них мороженое. А это покупать нужно, да? Нет, это акция. А что нужно сделать? Фразу на английском. Слушать радио КПТЛФМ. Хотите улучшить? Ну ничего, ничего, да, вспоминай, вспоминай курс школы, что-нибудь. А что сказать? Hi, my name Dennis. Where are you from? Что, не получилось у меня, да? Радио КПТЛФМ. Спасибо. Ужас, позор. У меня чудно, если я не знаю английского. Мне дали мороженое, какое-то радио, значит, настоящее наслаждение.
купил мороженое, называется «Коровка из Кореновки», карамельное. Очень вкусно. Карусели. Я пойду на карусели, наверное. О, чертово колесо. Какое-то там еще. Не знаю, как называется. В тенек пришли. На солнышке прям очень жарко. Все гуляют, отдыхают, кушают мороженое, развлекаются. Это для детей. Это для всех карусель. Представляете? Иду, снимаю, а мне пишет камера. Недостаточно памяти, пришлось сейчас удалять. Как дети катаются, развлекаются. Покушаем мороженое еще. Вкусно. Ну, как прыгают дети. Как красиво прыгают. Высоко. Вау, а здесь вообще крутит, вертит. Боже. Что, все? Называется диско. На нем каскаде раскатался. Выше и выше поднимается. Выбирай. И полетели, полетели дети и их родители. Сейчас тапочки полетят у всех. Прикольная качелька. Каруселька. Я сейчас буду кататься вот на такой белой лошадке. Люблю лошадей очень. Пони. А бабушка? Надеюсь, ты нажал на кнопку. Ай!
друзья, слоники, вот как слоники полетели в небеса. Карусель слоник. Прикольно. Друзья, смотрите, на что я согласился. Я купил билет на этот аттракцион. Стоит 400 рублей. Офигеть, вот это да. Вот так, сейчас я также буду летать. Воздушный аттракцион называется. Обалдеть. О боже, они прям так головой вниз. Вот это я согласился, о май гад. Боже, мне же станет плохо. Ребята сидят. Смотрите на это, кошмар какой. Друзья, посмотрите, какое красивое дерево цветет. Прям такие маленькие-маленькие цветочки. Получается из них вот такой большой букет живой. Красота. Друзья, вот такая вот еще красивая клумба, посмотрите. В тюльпанах, нарциссах. Еще какие-то цветы. Не знаю, как они называются. Красота. Очень красиво сделали. Друзья, смотрите, какие прикольные человечки ходят.
наша любимая артистка. Слушай. Четыре крокодила. Четыре крокодила.